Всем привет! Сегодня четверг, и я хочу поделиться с вами событиями небольшими, которые у нас произошли за этот промежуток. Наверное, вы как слышите, говорю в нос, приболела. Это последний день, когда было тепленько очень. Наверное, я немножко переохладилась, лежала на подстилке, делала упражнения и, наверное, уже под вечер где-то меня пробрало. Плюс сейчас вот эти вот вирусы везде, как раз сезонность. Дети тоже немножко там заложены носы, кто-то покашливает. В общем, начался сезон. И сегодня, вот вчера я себя нехорошо чувствовала, сегодня, ну, в общем, обострился гайморит. Нормально, сезонность, но, конечно, неприятненько. Из того, что у нас по школе. Говорила уже, пошли 3 сентября в школу, и когда детки пришли, самая счастливая была у меня Ева. Она говорит: мама, ты знаешь, у нас новый учитель мужчина. А я как раз прочитала, у нас на e-mail приходят сообщения, как раз от школы, когда они ушли, где-то в середине дня было сообщение о том, что вот в коллектив появился мужчина, принят коллектив. А Ева, она не общается с учителями. Она стесняется. Это было еще в Балбригане, где мы жили. Там она общалась с учительницей, которая с ними занималась английским, то есть их забирали там, и здесь тоже такая же система. Забирают там несколько человек, и с ними дополнительно занимаются английским. Вот когда среди своих, среди украинцев, там маленькая группка, она общается на английском. А в классе учительница уже что только не делала, и как не пыталась. Нет, она молчит, не отвечает. Говорит, мозг не дает мне вот отвечать. В общем, мы ждали этот процесс, пока запустится. В этой школе в прошлом году то же самое. Еще говорит, там мальчик какой-то, который достает ее постоянно, когда ты уже заговоришь на английском, ирландец, такой неприятный для нее, говорит, постоянно меня дразнит, что-то там провоцирует, чтобы она заговорила, ну скажи уже что-нибудь, а она у меня наоборот. Все, мама. Я с ним специально не буду и вообще не буду. И она вот это молчит, и с учительницей молчит. Но учительница понимает, что она говорит, потому что с директором дополнительно она разговаривает. И с другой учительницей она разговаривает. То есть то ли какая-то вот такая атмосфера, где много детей, ей нужно выйти, вот она стесняется. Не знаю, что там у нее в голове. Но я терпеливо ждала, и тут случилось чудо. Пришел мужчина-учитель. Говорит, мама, ты знаешь, что у него такое тело накачанное. Говорит, руки такие мощные. Говорит, и кубики. И Марк мне приходит тоже в этот же день. Говорит, мама, у Евиного учителя 6 или там 8 кубиков на прессе. Я говорю, ты где успел их увидеть? А он говорит, мам, ну сквозь футболку видно. Понятно. Он говорит, мам, он прям качок. Я говорю, ну как? Она, мама, он такой добрый, ты знаешь, я теперь хочу ходить в школу, я такая рада, и я с ним общаюсь. Говорит, ты рада? Говорю, ну, конечно, я рада. Ну, вот как-то так вот с мужчиной она общается. Она говорит, мама, он не кричит, он очень спокойный, ни разу ни на кого не повысил голос. Ну, не знаю, будет ли так это, или действительно у него вот так вот, что он более спокойный, не знаю. В общем, все эти дни она потихоньку с ним разговаривает, там какие-то фразы основные. Она говорит, на уроке еще не отвечала, ее не спрашивали, но так в целом потихоньку говорит. Я, конечно, очень рада. Потом из того, что еще по школе, я уже говорила, что в этой школе и вообще в ирландской системе, особенно в селах, очень распространено из-за нехватки, наверное, преподавателей по 3 класса в одном. То есть, как было в прошлом году, хотя в местной здесь, где мы живем, ну, это побольше уже, конечно, я уже говорила, наверное, тоже, что каждый отдельно, как мы были вот в Балбригане, а так в более маленьких селах вот так происходит. И, получается, был в прошлом году Родька в синьорах, это джуниор, синьоры, это дошкольники до 1 класса.
прошлом году Ева с Марком были в одном классе, первый, второй, третий, а в этом году Ева с Родькой, Родька пошел первый класс в 6 лет, то есть Родька теперь с Евой первый, второй, Марк третий, четвертый, и пятый, шестой, у них там отдельно тоже кабинет уже для вот более таких взрослых, то есть 4 уже кабинета, и это классно. Конечно, я надеюсь, им будут больше уделять времени, как-то и по обучению будет по-другому. И добавили еще тоже дополнительного преподавателя, который будет английским. Не знаю, надолго ли, но вот пока сказали на месяц, то ли на два. Как-то так. А потом по футболу. Мы были вчера на тренировке уже у Марка. У Родьки было несколько дней назад. И у них нововведение, так как мы раньше платили за каждую тренировку 2 евро. Сейчас они сделали как такой единый взнос. У каждого возраста разный. За Родьку я заплатила 30 евро за год. Это одна тренировка в неделю. За Марка он еще не давал прайс, но девочка сказала там в другой более старшей группе, скинули, что где-то на его возраст 70 евро. Ну, круто, конечно. Но оно, в принципе, так и выходит, если ходить на все тренировки, даже, ну, это выгоднее. Но если только, конечно, посещать все, потому что с такой погодой, если особенно ребенок болеет, понятно, что никуда не пойдет. Ну вот получается, что будет 70, наверное. И если есть брат или сестра, которые занимаются тоже в клубе, то 10 евро скидка, дисконт такой. И вчера вот эта погода такая, конечно, дождливая, но не футбольная совсем. Но в Ирландии, вот если там уже потопы конкретно у них на этом поле, то тогда отменяется тренировка. А вот так вот нет. Вчера целый день моросил дождь обратно. Это тоже добавило еще, конечно, к моему состоянию, хоть и тепло одета была, но сырая погода, конечно, тяжеловато. Еще по подготовке к школе скупались мы немного. На e-mail написали, что это ответственность родителей. Самое такое необходимое, что вы хотите для своего ребенка. То есть я купила им по пеналу, они захотели новые. Ручки, карандаши, простые, резиночка, точилка и линейки. Сегодня пришла посылочка с iHerb. Пришло время уже принимать дополнительные вспомогательные вещества. Сейчас начался сезон простуды, и иммунитет ослаблен. Мы делали перерыв на лето, а сейчас опять взяла детям. Мне они понравились, и будем продолжать. Только уже теперь для Родьки. Родьки другие давала. Омегу другую. Сейчас взяла им как раз на двоих. Ручки уже 6. Вот 6 плюс. Одна упаковочка. Еще одна упаковочка. Потом взяла им вот такой цинк. Я его брала уже несколько раз. Нравится им вкусненький такой. 90 штук как раз. Это получается по одной. Три. Одна баночка. Это получается 3 у 3, 9 как раз. На них троих на месяц. И еще одна. Взяла себе, была акция, взяла себе вот хелатный магний. Мой еще есть, я еще допиваю. И взяла себе такую большую баночку, это хорошая фирма, качество. И деткам леденцы. Чуть-чуть так иногда в школу давать с собой. Органические, без сахара, на натуральных фруктах. Нравится. Ну, конечно, они очень быстро съедаются, но пока взяла маленькую упаковку.